лучше показали мне ее на небе. Не могу. Она там не видна. Ну, разве вы не сказали, что открыли ее? Да, я открыл ее, но я открыл ее здесь, на бумаге. На бумаге? Да. А как на бумаге? Очень просто, я ее вычислил. Не понимаю. Чего не понимаете? Ничего. Сядьте! Это Атлас. Магии звезды нет ни в одном звездном каталоге, и только у него. У него единственного она может быть только у Ван Мерша. Почему? Потому что у него богатое воображение. Я думаю, что в его теории черных звезд немало справедливого. Школьные и университетские ученые, они презирают его, считают астрологом, шарлатаном, дилетантом. Ну, конечно, стоит ли человеку чуть шире взглянуть на вещи, так тебя сразу начинают считать астрологом, шарлатаном или сумасшедшим. Сумасшедшим? Да, не удивлюсь, что в один из прекрасных дней назовут сумасшедшим и меня. А старшеклассники давно так и говорят, сумасшедшие, но... Я, наверное, пойду спать. Нет, сейчас мне просто необходимо вам показать. Идите сюда, одну. Вот, вы видите большую медведицу? Нет. Ну, как же нет, вон четыре. Куда же вы? Я пойду наберу воды. Да, вы же сами сказали, что у вас есть колодец. Я пойду наберу воды. Да, ну... Стойте! Стойте, не подходите, я буду кричать.